Член Союза крестьян и зеленых мэра Поневежского района Повела Сажагуница подозревают в злоупотреблениях служебным положением при осуществлении самоуправлением конкурсных закупок. Есть подозрение, что он, превысив свои полномочия, оказывал незаконное влияние на сотрудников администрации самоуправления района. Жагунец, кстати, является заместителем председателя аграриев Рамона Сакарбаускиса. В его отношении пока избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Должностные лица утверждают, что располагают данными, позволяющими обоснованно подозревать, что в самоуправлении некоторые конкурсные закупки, связанные с работами по мелиорации, надзором за дорогами и улицами, реконструкцией и проектированию, организовывались непрозрачно. Ну а ранее демонстрировавший принципиальность при подозрении в коррупции членов своей партии Рамон Сакарбаускис на этот раз заявил, что пока не видит оснований приостанавливать членство мэра в партии. Сам Повелос Жагунец, тем не менее, такое прошение уже написал.